Ля, вот это я понял. Вот это... Ой, Шрек, какой красивый. Ля, паренек. Ну, а тут, конечно, вообще чувырло, будь здоров. Кто кого, ребят? Хоба, всем здорово. С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И сегодня мы с тобой поиграем... Ну, хорроры, да, ребят? Спанч Боб, эх, где начинается? Как ты видишь, по этой довольной... Хотя я узнаю, если честно, морду Сквидварда. Я не знаю, может, он вселился в Спанч Боба, как-то я не знаю. Ну, ужасно выглядит. Какие красивые глазки, ребята. Ну, посмотрите, а какие. И улыбочка вот эта, и нос вот этот. В общем, стартуем. Ребята, если хотите побольше увидеть хорроров, то лайкосика однозначно. И Телеграм, ребята, вот это очень-очень важно. Да, залетаем почти 10 тысяч там. Старт. О. Что с ним, скелетик? Мы готовы, капитан! Кто проживает на дне океана? Ух, нифига себе. Это был обычный день в городе Underwear. Вы были голодны и хотели человеческую котлету. Итак, вы решили пойти в ресторан Krusty... Crunchy Cans ресторан. То есть это не Krusty Krab. Нет, ребята, тут ничего нету такого. Боже, это ужасно выглядит. Господи, какой же секретный ингредиент. Почему человеческую котлету он перевел мне? Ну, да, Google Translate, ребята, я французский изучал, поэтому нихрена не был месса на английском. Отвали от меня. Ладно, дружище, хорошо. Сквидвард? Боже ты мой. Ты изменился? Добро пожаловать в ресторан Krusty... Ну, ты понял. Что я могу вам предложить? Human Party? Нифига себе. Я бы хотел человеческую котлету, пожалуйста. Да. Найди место, я скажу, когда будет готово. Ну, короче, за столик, типа. За столик нам предлагают вот этот, а я могу к тебе. Чисто сушеное вобла. Ребята, ты гляди. Охренеть. Ля рыба, а? Орёт, а? Ладно. Чувак, что ты разорался? Успокойся. Ладно, все замечательно. Ребята, все великолепно. Правда, не особо нас как-то встречают по-людски. Опа, а что такое? А что, к нему подойти? Родной, нормально все. Так, этот парень уснул на кетчупе. Кажется, вероятно, попробовать это... Ну, это весело что-то. Я же должен попробовать это... Охренеть. Ну да, ребята, это кетчуп. Это всего лишь кетчуп. Все нормально. Мне, пожалуйста, кетчупа там, да? А мой Human Party готов или нет? Что он там говорит? Моя человеческая котлета. Это просто жесть, конечно, звучит. Почти готово, но у нас кончились... Патис, ну, булки. Так что нужно занять немножечко больше времени. Так, а вы не можете чуть-чуть побыстрее-то, ребята? Что там? Почему так долго? Что там он говорит? Можешь пойти на склад и поискать несколько котлет. Ну, Патис, это как... Погоди, булочки, какие булочки? Что он мне переводит? Пирожков вообще переводит. Да ёпарасете. Но будь осторожен, там темно везде. Да, ну... Нормально. И что бы ты ни делал, не ходи в комнату в конце коридора. Вот что он говорит. То есть вот так вот, да? То есть типа я должен сам там проверить. Погоди, это... Тут же туалет вроде должен быть, не? Что мы там забыли? Ой, мама. Я должен найти пару патисов, прежде чем покинуть это место. Ладно. Я так понимаю, нам как раз в ту комнатку, да, родной? Ну, а в смысле? А тут и одна. Одна такая. В конце коридора. Или нет? Нет, погоди, а что? Ух, ни хрена себе, ребята. Это что, мистер Крабс? Мусорка тут что-то. Вот, нашел. Вот эти котлеты. Вот эти котлеты, чуваки. Все нормально. Ну, ладно, я пока не буду ходить. Я не буду ходить, ребята. Мне не надо.
Мне не надо туда идти, наверное. Или надо, или туда-то как раз и пойти. Ладно, давай чисто вот сейчас обратно. Я так понимаю, тут несколько концовок, поэтому мы с тобой просто-напросто сначала туда, потом туда, сюда. Ёкарный театр, господи, мама мия. Патрик. Так, тебе действительно удалось взять это с проклятого вклада. Молодец. Так, и что теперь? Теперь иди на кухню, поставь на гриль. Да что такое? Я что, сам должен готовить? Я ничего не понимаю. Что за дичь? Ребята, вы что, не офигели ли? Кухня находится в первой двери с правой стороны. Ага. Охренеть. Ну вы не офигели ли? Что-то... Ну я платить и не буду, если я еще и готовить должен быть. Что там? Это не готово пока. Я должен... Подожди, взять хлеб, пока он жарится. Так, ладно, понял. Хлебушек, нормально. О, готовы, ой, ты вкусный какой. Ой, ура, ребята. Я бы вот сейчас его... Вот это вот просто... Куда ты? Ой, блин, дразнят. Вкусненько, наверное. Что теперь? Все, я... Офигеть, даже платить не надо. Тут кетчупа много как-то. Что-то... Этой рыбе было... Тяжело. А, вот ванна. Ну, это погоди, это уже у мистера Крабса офис вроде, не? Так, что он мне говорит? Почему весь пол в кетчупе? Кто-то должен убрать это. Я согласен, что это дичь. Так, ну и что мне с этой как... Так, он говорит, в общем, присаживайся и наслаждайся. Ух, это что, Майнкрафт, ребята? Ну, в общем, котлет на вкус, как ногти на ногах моей бабушки. Он что, пробовал? Вот что за сравнение такое? Фу, блин, фу. Что? Это будет $78.99? Ты что, вы что, охренели, что ли? Что? Я сказал... А, я, должно быть, сказал 87. В смысле, ты что увеличиваешь? Говнюк, ты что, это что за издевательство такое? Это так дорого, слушай, это должно быть ошибка. Я заказал только простую человеческую котлетку. Я сказал, ты должен 98, 99, плиз. Окей, окей, успокойся, у меня $100, и... Right now, I have only 35. Ну-ка, и что там? Что там за дичь происходит? Так ты говоришь, что у тебя нет с собой денег на человеческую котлету? Нет, я имею в виду, у меня есть деньги дома, я могу просто пойти и получить его для вас прямо сейчас. Твою ж дивизию, зря мы сюда это... Тут знаешь, тут надо было, блин, по-другому, правильно. Ты говоришь, у тебя нет денег на человеческую пати с собой прямо сейчас? Да уж. Да нет же, я говорю, что у меня нет с собой, ну так бы дома есть $100. Ой, походу сейчас... Охренеть! Вот это дичь! Я так и думал, я так и готовился, ребята, я чисто готовил. Боже мой! Крабс! Он понял, что у нас нет денег, поэтому... Планктон? Эй, ты в порядке? Почему ты застрял в этой клетке? А, вот он про секретную форму, ребята. Начинает говорить. Смотри-ка. Ну-ка, что? Формула, но я потерпел неудачу. Мистер Крабс посадил меня в эту клетку. Кейдж. Так вот. У меня один вопрос. Можем ли мы сбежать отсюда? Вот так вопрос, так вопрос. Когда застрял в этой комнате, ты пытался украсть секретную форму. Так, ну это да, это понятно, это мы помним. Он говорит, нет, человеческий пати был слишком дорогой, у меня не было достаточно денег, чтобы вернуть ее. Серьезно? Я знаю, мистер Краб говнюк полный, вот что. Ну, в любом случае, нам нужно, чтобы он выбрался из этой клеточки. Так, и что он говорит? При попытке мистер Краб запер
клетку и проглотил ключ. Но в любом случае удачи. Офигеть. Ну, слушай, это просто огурчик Рик, реально. Реально огурчик Рик, ребята. Так, ну что же. В ящичке два бола. Ну и чё, как мне использовать их? Два меча. Не, ну офигенно, ребята, конечно. Патрик, морская звезда. Лого. Жесть, ребята, вот это охренеть просто. Не, слушай, ну надо как-то выбираться отсюда, вы слышишь? Внутри два меча. Они не кажутся полезными. Вот что он говорит. Понимаю. Что это такое? Погоди. Да, закрыто. У нас есть звезда. То есть две звезды. Тут у нас две звезды. То есть, понимаешь, в чем прикол? Так, мне нужен код. Я должен найти паскод. Это, короче, надо обратиться к нашему дорогому Планктону. Возможно, он может нам помочь, не? Дружище. Не, ну я уже понимаю, вот. Я понимаю уже, соображаю. Ты, дружище, как бы это... Тоже молодец. То есть мне... Вот, надо посчитать, сколько этих, сколько здесь. Что теперь-то? Где там паскот? Вот рыбы, вот три рыбешки. Просто надо нажимать на вот это. Итак, три рыбы. Патриков, раз. Так, раз Патрик, два Патрик. Два Патрика. Два Патрика, хорошо. Три кубика. Три кубика, ребята. И два меча. Все понятно. Ну что, да, дружище? Ну все, готово. Ты шо, блин, родной, открывай! Что там неправильно? Три этих. Что, где у тебя там Патрик еще один? По любасу где-то. А, четыре. Раз, два, три. Точно? Ну да. Да, вроде как да. Там нет. Четыре, ребята. Господи. Родной. Да какого, блин, фига? Пять? Да, это... Ну, потому что как он там стоит, дружище? Как он на одной стоит, босс? Поди, вот это я, конечно, щитовод, ребята. Вот это да. Опа, я вспоминаю это. Погоди. Я вспоминаю в плане... я должен сначала спасти маленького зелененького братишку. Ой. Это что такое? А почему кетчуп? Вроде не было кетчупа-то еще. Боже мой. Как же нам его спасти? Давай подумаем. Опа. Так, монтировочка есть. Монтировка есть. Вроде никого нет. Давай, чувачок, спокойно. Сейчас мы тебя спасем. Погнали, братишка. Спасибо, что спас меня. Давай найдем выход и... Короче, сейф. Братик, может, сюда зайдем? Забежим, так сказать. Я не должен сюда. Ну конечно, не должен. Конечно, не должен. Ребята, конечно, не должен. Погоди, может, тут мы спасемся? Секундочку. Охренеть. Вот отсюда поступают этих... А чё мы обратно поставили? Может, ломик-то еще пригодится? Эй, чувачок, ты куда? А вот он, за мной. То есть никто ничего не скажет, если мы выйдем просто, да? Эта дверь закрыта, должен быть другой. Ну, понимаю. Дай угадаю, мы пойдем как раз туда. Да. Вот именно в эту дверь. Ой. Ребята, готовьтесь. Походу, сейчас будет жестко. Лифт? Или... Что это такое-то? Чувачок, ты идешь за мной? Он там подозрительно стоит. Я чувствую, что там какая-то дичь сейчас будет. Так. Начинается. Так, следующий я должен найти код. А тут попробуй найди код. Тут вообще непонятно, где тут нам найти-то его. Ну-ка, чувачок, помогай.
Ты куда там? Ты что там забыл, слышь? Спасибо тебе. Крысанет, небось. Спасибо, Андрюха. Спасибо тебе огромное. Очень-очень приятно за 100 рублей. Так. Ну что же, а что ж, куда мы? Куда мы? Тут есть вот это вот местечко. Блин, может где-то от помойки порыться. Я не знаю, что там. Крысанет, небось. Вот это вообще... Блин, и что мне тут делать-то? Ни хрена тут что-то... За пивнуха, блин, устроили тут. Что это такое? Бутылки какие-то. Удахтер? Реально? Вы что, серьезно? Серьезно? Клик этот линк, чтобы найти... Ну, вы прикалываетесь, да? Да ладно тебе. Да не, да я не буду смотреть это. Что там? Да ладно. Блин, я боюсь, чуваки. Господи. Что там может быть, а? Боже ты мой, мне это не нравится. А, ну понятно, рекролл. Охренеть. Охренеть просто, боже мой. Так. 5089, да? Ну, хорошо. Так. Восемь девять. Секретная формула, ребята, вот она! Чисто для... Эй, чувачок, погоди, не кради формулу, ля! Стоп! Твою мать! Охренеть, конечно, тут ран! Ран, Вася, ран! Охренеть! Вроде не за нами. Вроде не бежит. Ну там же закрылась дверь. Что он? Понимаю. Мне больше слов не надо. Ух, твою ма! Охренеть, охренеть. Братишка, беги, беги! Ля, Форест! Жесть, 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 жесть. Что за... Там кот какой-то был. Охренеть. Боже мой, налево, направо. О, май, ва. Так, это я? А. Охренеть. Жесть. Спасибо, что поиграли. Это просто жесть. Это что такое? Это что за дичь? Где это я сзади? Это я такой... Ух, ля красавчик. Ля красавчик. Фу, урод. Ля, вот это я понимаю. Вот это... Ой, Шрек, какой красивый. Ля, паренек. Ну а тут, конечно, вообще чувырло, будь здоров. Кто кого, ребята, тут чисто дуэль, ребята, кто кого, Шрек, делаем ставочки, ребятки, ля, это я сзади, прикинь, вообще,
пофигист там. Типа, ну, что, каждый день видишь Шрек против Спанч Боба, чё нет-то? Ля. Ты. Ну да, да, я понял. Ух, мама. Ух, Шрек! Я думал, все хана. Оу, щищ. Брух. Хорош! Ну, Шрек, давай, родной. Почему же все поиграли? Игра просто 10 из 10, ребята. Ну что ж, я вам скажу. Обязательно ставьте свой жирненький царский лайкосик, чтобы больше хорроров видеть. Залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.